танцевать. Кават, я надеюсь, ты же знаешь, как к чему танчить, да? Чем она отличается? Примерно. Разве что двумя лезвиями. Ну вот этим и... Вот в этом и главная особенность, в принципе. Для танка там то же самое. Он что, так перед ебалом стоит и боком к рейду? Что везде стоит, что не стоит с охуенком? Знаешь, там ошибиться меньше можно. Да, там несколько человек в РС-ке стоит. Все уже поставилось. Уже 25 хрен стоит. Объясни ему только, когда прожиматься, когда там идет рука, клиф и дыхание. Что, там не Леха ливать с рейда или что? Ты в рейде. Ну я лагаюсь. У меня нету кем тебя заменить. Ну я тебе вот там скрин скинул, 1400 пинг. Типа Биг Бабла нету, заменил бы Биг Баблом, но нету это. Ну не Биг Бабла нету. Давай дойдем до Халиона, там уже посмотрим. Я Биг Бабу ВКонтакте написал, может ответить. Да Пухан сейчас соло убьет, стырит. Да Пухан? Взял вырывал. Все, поехали. РГД зона, которая сверху. Нам придется играть постоянно практически по большим. Алеш, мы сегодня помимо РС-ки куда? Или ОКО, или ЗС-ку, посмотрю. Вчера РС-ку убили. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древний. О, блядь, ну что уж ты. Нравлюк один там, что? Удивительно. Все ДД почти тут. А хилые? Все пять там. И что ж ты молодец? Ура. А хилы, если что, манну резают. Не бережешь себя, Нурглет. Резать. Какую ману вы резаете? Вы только вин зашли, блядь. Какую ману резаете? Хило, у меня 10% оставалось после того, как он добил тот пак. То есть у тебя на пак ушла вся твоя мана? Практически, да. Там два пака сагрили. И там по ДДшкам замазалось.
тьме прослакаешь, типа, начищу в два раза больше. Ну, бабу пришел. Поменяешь мне? Телек на форуме, Никибрюк писал, что бонус 4-5 и БДК неправильно работает. И Льюис ему только сейчас от... Нормальная тема. Просто своевременный ответ. Ну чё, готовы чашки выбивать? Сову в жертву уже принесли. Какие еще махинации мы? Принеси ему на два пояса или два? Сову в жертву надо приносить не на трэше, а на бойсе. На бойсе? Да, и желательно три. Это дискорд лагает. Желательно, чтобы при этом было полнолуние. Кислый, когда у тебя будет полнолуние, скажешь, мы тебе жертву принесем. Лена, почистим. Найдите кровь девственниц, это самое сложное. Каждые 30 секунд. Лена. А нет, у тебя нету полнолуния, Афонь, тебя жертву будем принять. Чего, Мазер? Включи стрим в Дискорде. Я? Да. То есть стрим у тебя не лагает, а игра лагает, да? Вот, ну так если у него в игре задержка. Я что могу сделать? Странно. Понимаешь, это может лагать чисто сервак. Вовский, ну этот, сировский. Потому что у меня такая же фигня, у меня с инетом все прекрасно. Понятно. Афонь, когда у тебя будет полнолуние, скажешь? Ну когда лагает, жертва, все. Я в мишке. Мне сейчас более-менее. Нет, на бойсе. Да, ну как тебе сказать? Вот у меня сейчас 300 пинга. Это типа ненормальный мой пинг. Ну, давай. Я буду учиться хилить. Лен, знаешь, что у меня для тебя есть? Мария, Ген, пожалуйста, давай вы там в чате. Это зачем это мне? Надо. Ну там Баббл жаловался, что ты неверно. Говорит, что у тебя есть. Что я что? Что ты неверный, или там, не знаю. Пояс верности, я поняла. Окей. То есть Баббл думает то, что я изменила ему с Алешей, с женатым, да? То есть он думает, что я... Я не знаю, что он думает. Я просто случайно на аукционе увидел. Баббл думает, что я вообще такая подстилка, да? Окей. Я поняла. То есть такое сказать, что у вас ничего не было? Конечно, нет. Ген. Вообще ничего, ничего. Это тканевый пояс? Или как? А, по-моему, тканевый. Ну тогда скиллона не сильно подойдет. Афон, у меня с тобой больше было интима, чем с Алешей, чтоб ты понимал. Сейчас Маша такая, что? Че, еще раз повтори, пожалуйста. Я говорю, что у меня интима было больше с тобой, чем с Алешей. У нас ждать или пулять? Да пуляй. Какой-то совет сейчас по шее надает, скажу. У меня полнолуние будет не скоро, я медведь. Факеры. Горите!
Судя по ТПС, лагают все. Не хуй знает, как мы Хулиону будем убивать, мы не убьем. У меня Дискорд вообще лагает. То ли интернет, то ли Дискорд лагает. То ли все вместе. Готово, нет? Я третий. Кават второй, я поехал. Цирк приехал. Ген, ты какое-то дерево. Серьезно? А Гена бревно. Ни на что не намекаю, Лена тоже. Откуда информация? Потому что я вижу. Лучше бы ты этого не говорил. Стоят два бревна. А посередине Библ. Гоблин преткновения. Кого? Ты там спрятался за деревом? Мне не нравится. Ну-ка, прожми. Кого? Не слушай, все хорошо. Прячься за Лену. Она тоже дерево. Да что, Лена, сильная, независимая женщина, да? Да. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Так, кому антифир? На руле от тебя? Не хочешь, можешь посидеть на ночь. Редвар, ждем тебя. Давай быстрее. Редвар. Он себе наушники классные купил, не ждите его. Не, мы можем ему помочь их потестить пойти. Без рейда. Пора. Тут яички есть. Отлично. Без отчета проехали. Пианист, ты тут? Да, я здесь. Будешь зайти в рейд? Че, войду выходить с места? Помутюкаться на Сирус. Ну, я в седьмой платил, смотри. А что такое?
пиздец фризит по 3 секунды. Как мы его убивать будем? Ни из метеорита не выбежит, блядь, и ни лезвия не увидит. Ну, значит, рот тогда делаем. У меня вроде все нормально. Алёша, ты что, сегодня не в духе? Давайте развеселим. Да при чём тут это? Ну если все жалуются на фризы, проще сделать рот, чем вайпаться. Ну давайте сделаем хоть пару троев, там посмотрим. Если будет реально все их лагать, то давайте. Рой и все. Чего маяться-то? Уже трэш почистили, стоим возле босса. Так, я собрал, он буду хилить ему, но на вторую фазу нам еще двух хилов надо. Либо ты и еще одного. Адмирал и Лена. Полина в соло останется, но где-то задефает. Все, и потом вы. И потом Лена, адмирал вы. Может, адмирал? Ничего не хочу. Баба, присвоите, что... пожалуйста. Ну ладно. Прологнусь. Можно лут еще, кстати, поменять на удачу. Кават, ты тут? Да, сейчас релогаюсь. Кават, вопрос. Ты тьму уже танчил? В хэмке нет. Я объявлю, когда крутить. Объявлю. Приблизительно я понимаю, как надо, чтоб... Короче, слева от хвоста, если смотреть на босса. Хримки еще легче, там, блядь, крестом лезвие. Да, 4, а 2. Ну, в смысле, 4 шарика. У Артемия не может подключиться к Дискорду, у нее вылетает постоянно. Да и сам Дискорд еще лагает там. Угу. Я... Потом за 6... Четвертый пати куда? Короче, если буду говорить назад, значит назад ведешь. Если вперед, значит вперед. Четвертый пати свет. Во тьме стоит только первый пати. Не барахил. Четыре дамагера. Плюс инопланетянин. А, ну вон и планета еще. А бибов смели в свету? Хотя не, давай оставим. Не, вот свету, бибов свету. Пускай так и будет. Ну чё, Гойр, чё? Блин, ну чего не хватает? Френзик, чего не хватает? Yeah.
Деворус. Диспелите только около края. Диспел. Поближе подошли. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Стоп, дама, Кабус. Завис. Адмирал, убегай. Огонь под босса идет. Моб, убейте. Да вот скажешь, как на центр поставишь. Да, кого-то подходи. Заходим. Заходи, заходи быстрее. Дыхание. Пошли. Окей. 5 секунд лезвие. Давайте назад, назад, крутим, назад, быстрее. Под хвост. Все, двигаемся вот с этой сферкой. Воки, иди сюда к нам. Процентом смотрите, ход, отходи. Сейчас будет лезвие. Сантей, когда стопать? 55. 56. Стопайте, дамаг. Стоп. Стоп, что? Вместо Кирса кого оставим? Стоп, 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 стоп. Кого? Локи пускай остается. Попу, ты останешься во тьме. Так, сейчас будет это, одного разбеги. Диспел. Все, давайте, дамажим. Портал, сразу заходим. Дымашься, тьма. Мы тут. Инопланетяне, беги. Свет, стоп. Тьма больше. Свет, стоп. Борисов, набеги. Свет, бежим. Под хвостом, Борисов, аккуратно. Огонь. Давайте, давайте, врывайтесь, милики, убейте, ватники, по-моему. Вагабон, беги. Тьма больше урона. Я Борисову наберу. Борисов, вставай. Свет, стоп. Бежим, бежим, бежим. Не останавливайтесь, просто бейте. Кават, прожмись, 30%. Кислород, беги. Ватники, ловите мелких. Кислород. Стоп, стоп по боссу. Свет. Тьма, играйте без конца, бежим. Кого-то прохиливайте. Мобов. Хил, хил, хил. Все бьем, 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 бьем мелких. Пухан, беги. Диспел. Так, стоп, по боссу. Бежим.
Чёр. Кават, живи. Адмирал, беги. Ивейт, ивейт, моб. Большой. Моба бьём? Да нет, вроде. Не-не, было. Все мобов. Мобов заливаем, играем в босса все. Все в босса играем. 4 ляма, 3. Добивай. Метеор. Добивайте. Метеор может предоставить. Денис, ты сам будешь разруливать? Да. Забы первый раз ли упали? Нет, что-то я не помню. Да-да-да. Я вообще не бил босса. И очередной плащ. Это на свет. Там еще немножко тайминги так. Вы добили? Да. Когда портал рядом с нами, Дим, когда портал рядом с нами, у них идет лезвие. Короче, стрёмно. А было в тьме оставаться мне. Ну там всегда так. Всегда в свету стоишь АФК. Убиваешь, стоишь, зато стоишь Бобу АФК. Убиваем. А зачем Гера? Афонь, на тебя учат. Куда идем? Какой следующий рейд? Пошли за эску. Че, Лёх, ну, я тогда на мага или на замене? Ну что за плащ упал? РДД. Так, Нургет, мейн спек. Шея, больше никто. А, нет, Пухан. Че, Нургет забираешь или Пухану даю? Собираю. Вагабон не надо разу? Не, вага пас написал. Все, даю. Тебя гену 12 хпс. Что, с ума сошел? Так, Талим Грац. По плащику Кирс Грац. О, ничего себе, не ждан. Фу, вагон удали, он вылетел еще. У меня до сих пор причем. Да я тоже, поэтому... Все, ребяшка, кто... Почему у меня до этого все нормально было, на всех миниках нормально все было. Начисляй тоже ты, да. Хорошо. Ну, у меня вообще что-то днем нормально, идеально было. Сейчас 1400. Афоня, чат, считай тебе, Талим пишет в рейд чат. Талим, если хочешь, я с тобой запы на плащ поменяю, мне все равно. Если тебе есть разница, я могу с тобой поменяться, да и все. Меняйтесь запы на этот. На плащ. Ты где, Талим? Я в этом, в Долране. Амир, а тебе тоже запы нужны? Типа... Мне и то надо. А ну тогда просто поменяйтесь. Кават, ты напиши пианисту Honorel. Да я писал, он, наверное, от компа отошел. Ну я понял. Ну, там Лёш, короче, у Кавата КД с ДВ рейда ЗСка. Я в курсе. Фонь, Сейчас я тебе начислю, сейчас, пожалуйста.